Привет, друзья! Жизнь такова, что сегодня смартфон из рук не выпускается 24/7. В нем наша, можно сказать, вся жизнь. Если еще несколько лет назад с помощью данного девайса мы отвлекались на мессенджеры и видосики, то сегодня в нем, ну, все. И оплата в магазинах, и покупки онлайн, и документы хранятся тоже в нем. Переписки по работе, группы в Telegram, рабочие группы, WhatsApp, сообщения. Сегодня мы живем в мире, где нам не звонят, а больше пишут. И это нормально. Но это нормально ровно до тех пор, пока зарядка в телефоне не улетучилась, а тает она на глазах. И вот, чтобы не оказаться вне информационного потока, не дай бог, на несколько часов хотя бы, и существуют пауэрбанки. Да, их много, да, они недорогие, но они все разные, поэтому вместо одного на тест я прикупил себе аж 3. От набирающего сегодня популярность нового бренда iTel. Недавно я делал несколько роликов про их смартфоны и наушники. Если интересно, ссылку оставлю на эти ролики в описании. Парни умеют делать вещи, я вам скажу. Поэтому и пауэрбанки одних протестировать было интересно. Давайте вместе распакуем и посмотрим на каждый по отдельности. Подписывайтесь на канал, поехали! Начнем с базового, по крайней мере по названию, iTel Star 200. Он на 20 тысяч мАч и обещает нам быструю зарядку устройств в 10 Вт. С помощью подобной емкости аккумулятора мы без проблем можем зарядить любой смартфон в среднем 3 раза. Упаковано все надежно, сам пауэрбанк собран качественно, в пластиковом компактном корпусе, габариты выбраны очень удачно, в руках лежит замечательно, оптимальный размер пауэрбанка, который удобно лежит в руке, в рюкзаке или в кармане. Главной фишкой данной модели является встроенный фонарик. Светит ярко, при определенных условиях будет незаменим, в походах, на улице ночью никогда не помешает. Производитель обещает использование во всех представленных пауэрбанках внутри более безопасных аккумуляторов, чем у конкурентов. В пауэрбанках данной фирмы присутствует датчик температуры, который контролирует безопасность зарядки как самого пауэрбанка при его зарядке, так и зарядку смартфонов либо умных часов самим аккумулятором. Перейдем к следующей модели – iTel Star 200S. Также на 20 тысяч мАч, также быстрая зарядка устройств в 10 Вт, также есть специальный умный контролер зарядки и контроля нагрева устройства при зарядке. Форм-фактор схож. В этой модели основной и удобной фишкой являются встроенные кабели для любых видов устройств. Micro-USB, Type-C и Lightning. Все, что нужно для современного любителя гаджетов. Если в вашем парке устройств, в рюкзаке или в кармане гаджеты с различными типами зарядки, то этот вариант будет для вас идеальным. Ведь удобно не носить с собой дополнительно с пауэрбанком кучу кабелей, а воспользоваться встроенными. Действительно, портативное устройство на каждый день можно всегда брать с собой. Третий пауэрбанк отличается от предыдущих, хотя и находится в том же ценовом диапазоне. Да, емкость все та же, 20 тысяч мАч, но основной фишкой модели является быстрая зарядка самого пауэрбанка. Чтобы зарядить его, не нужно будет ставить его на полдня или на ночь, достаточно зарядить его с помощью сверхбыстрой зарядки на 22,5 Вт за 30 минут и он будет готов. Причем он готов зарядить быстро и ваш девайс. Выходная мощность устройства 20 Вт. Теперь, чтобы подзарядить смартфон, не нужно много времени. Пора забыть про то, что батарейка смартфона может сесть в самый неподходящий момент. Наконец-то мой iPhone, да и Android смартфон, можно будет подзарядить на 55% за 30 минут. Подобный пауэрбанк будет как никогда кстати и в комплекте с ноутбуком. Компактный и удобный вариант. Могу с уверенностью сказать, что эти три варианта гораздо интереснее, чем предлагают на рынке другие фирмы из той же ценовой категории компактных пауэрбанков. У каждого есть своя фишка, каждый может выбрать, что ему ближе. Стоят все плюс-минус одинаково. Если вам важна быстрая зарядка и смартфона, и самого пауэрбанка, то смело выбирайте эти варианты, они не подкачают. А их качество будет проверено, конечно же, временем. Напишите в комментариях, как вам новинки, какими пауэрбанками пользуетесь вы и какие фишки в них присутствуют. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока-пока.